Сегодня в Беларуси начинается централизованное тестирование. Первым предметом для экзамена абитуриентов станет белорусская мова. В столице подали заявку на этот тест около 5000 человек. Их знания будут проверять в 12 минских пунктах проведения ЦТ. В Беларуси на тестирование на белорусской мове записались почти 18 тысяч абитуриентов. Экзамен начнется по всей стране одновременно, в 11 часов.